В Дмитровском округе продолжает работу военно-полевой лагерь с участием студентов Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. На днях студенты возложили цветы к памятнику танк Т-34. Этот монумент установлен на въезде в Дмитров в честь воинов, защищавших Москву в годы Великой Отечественной войны. Цветы к монументу возложить. Затем юные исследователи побывали в Орудево, где живет ветеран той Великой войны Николай Заугулышев. На фронт он пошел добровольцем, когда ему исполнилось 18. За отвагу гвардии рядовой был награжден несколькими медалями и орденами. Вернулся домой после тяжелого ранения. Мы гордимся вами, гордимся теми, кто в тяжелый час встал на защиту Родины. Тем, кто сквозь дым и пламя шел вперед, приближая долгожданную победу. Скоро Николай Иванович будет отмечать свое столетие. Преподаватели и студенты Академии Следственного комитета пожелали ветерану здоровья и вручили подарки ему и членам его семьи. Спасибо вам за то, что здесь. Долгих лет вам, чтобы молодежь могла приходить, знакомиться с вами, дотронуться до истории. Вы нашу историю. Спасибо. Да, студенты Следственного комитета. Слава. Уже такие красивые подарки. Затем участники военно-полевого лагеря приняли участие в открытии выставки в Дмитрове, посвященной специальной военной операции. На выставке были представлены боевые трофеи, которые получили во время ведения военных действий на Украине наши воины. Задача выставки – популяризация профессии следователя и патриотическое воспитание молодежи. Учусь я в дмитровской школе, она называется «Лотос». Ага. Почему сейчас участвуешь в лагере? Участвую в лагере, если честно, по собственной инициативе, так сказать, по собственному желанию. Было очень интересно посмотреть конкретно, да, вот следователем побыть. Это, ну, очень интересно посмотреть, как с ребятами. Мне нравится. Есть планы стать следователем? Да. Вместе со студентами в открытии выставки приняли участие воспитанники семейного центра «Дмитровский». Одними из организаторов выставки стали руководители молодежного союза «Юный следователь». Артефакты, в основном мы здесь хотим показать трофеи и запрещенное вооружение, которым воюют против наших солдатов. А возьмите в руки, вот что это? Это тубусы от вот этих заразопольских минометов, которые бесшумных минометов. Когда люди выходят, в траншеи сидят, и она без звука прилетает, то есть это тубус от этого боеприпаса. Впереди у юных следователей еще встреча с ветеранами специальной военной операции, военно-спортивные соревнования, экскурсия на базу ОМОНа в Росгвардии и ряд других военно-патриотических мероприятий.